Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Святитель Иоанн Златоуст в своей беседе на слово «расслабленном» говорит, в частности, что в Церкви и в Божественном Писании всегда найдем утешение в скорби. Какая бы скорбь ни возмущала душу, когда мы придем в Церковь, она легко может прекратиться, потому что здесь присутствует Христос, и приступающий к Нему с верою удобно может получить исцеление. Борется ли кто с постоянной бедностью, имеет ли недостаток в необходимом пропитании и часто ложится спать голодным? Пришедший сюда и выслушав Павла, который говорит, что он проводил жизнь в голоде, в жажде, в наготе, и не один, не два, и не три дня, но постоянно переносил это, ибо это выражают слова его: «Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои». 1 Коринфянам 4 глава 11 стих. Он получит достаточное утешение, научившись из сказанного, что не по ненависти и забвению о нем Бог попустил ему жизнь в бедности, ибо если бы это было следствием ненависти, то он не поступил бы испытать это Павлу, который был любезен ему больше всех людей, а по попечению и промышлению, и с целью вести к большему любомудрию. Подвергается ли кто-нибудь болезни и бесчисленным страданиям телесным, достаточным утешением для него могут быть тела расслабленных, которых исцелил Господь, и вместе с ними блаженный и доблестный ученик Павлов, который постоянно находился в болезнях и никогда не имел отдохновения от продолжительной немощи. Как и Павел говорит: «Употребляй немного вина ради желудка твоего и частых твоих недугов». 1 Тимофея 5 глава 23 стих. А не просто недугов. Иной оклеветан так, что распространилась о нем худая молва в народе, и это наполняет скорбью душу его и терзает ее непрестанно. Такой, пришедший, услышав: «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Матфея 5 глава 11-12 стихи. «Отложит всякую скорбь и получит великую радость, ибо Господь сказал: блаженны вы, когда пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого». Лука 6 глава 22 стих. Таким образом, он утешает тех, о которых говорится худо, а тех, которые говорят худо, он устрашает другими словами. «За всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, как о добром, так и о худом». Матфея 12 глава 36 стих. «Иной потерял дочь или сына, или кого-нибудь из близких, и тот, пришедший сюда и услышав Павла, который скорбел в настоящей жизни и желал видеть будущее, и тяготился здешним пребыванием, выйдет отсюда с достаточным врачеванием от слов его: не хочу оставить вас, братья, в неведении об усопших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды». 1 Фессалоникийцам 4 глава 13 стих. «Не сказал об умерших, но об усопших, выражая, что смерть есть сон. Как тогда, когда мы видим спящего, мы не тревожимся и не смущаемся, ожидая, что он непременно встанет, так и тогда, когда увидим умершего, не будем смущаться и падать духом, потому что и это сон, хотя продолжительнейший, однако ж сон». Так названием усыпления он утешил плачущих и отразил возражения неверующих. «Если, — говорит, — ты нетерпеливо оплакиваешь усопшего, то делаешься подобным неверующему, который не имеет надежды воскресения. Тот справедливо плачет, так как не может нисколько любомудрствовать о будущем, а ты, получив столько доказательств касательно жизни будущей, почему впадаешь в ту же скорбь, как и он? Посему и говорит: не хочу оставить вас, братья, в неведении об усопших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды». Не из Нового только, но из Ветхого Завета можно заимствовать достаточное утешение. Так, когда ты слышишь об Иове, который после потери имущества, после погибели стад, потерял не одного, двух или трех, а целый сон детей в самом цветущем возрасте, при таких душевных добродетелях, то хотя бы ты был слабее всех, можешь легко ободриться и сделаться терпеливым. Ты, человек, по крайней мере, находился при больном, видел его лежащим на одре, слышал,
последние слова его, присутствовал при последнем вздохе, закрыл ему глаза и заключил уста. Он же не присутствовал при своих детях, когда они испускали дух, не видел их при смерти, но одним гробом послужил для всех их дом, и на одну и ту же трапезу излился их мозг вместе с кровью, и бревна, и черепица, и пыль, и раздавленные тела, и все смешалось вместе. Однако и после столь многих и столь великих зол он не плакал и не роптал, но что говорил? Господь дал, Господь и взял. Как угодно было Господу, так и сделалось. Да будет имя Господне благословенно. Иова 1 глава 21 стих. Эти слова будем говорить и мы при всех обстоятельствах, случающихся с нами. Случится ли потеря имущества, болезнь телесная, обида, клевета или какое-нибудь другое из человеческих бедствий. Будем говорить: Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно. Если мы будем так любомудрствовать, то никогда не потерпим никакого зла, хотя бы испытывали бесчисленное множество их, но произойдет больше пользы, нежели вреда, больше благ, нежели зол. Этими словами ты сделаешь милостивым к тебе Бога и отразишь насилие врага. Ибо как только язык произнесет эти слова, тотчас отбежит дьявол. И когда он отбегает, тогда удаляется и облако печали. Вместе с удалением его рассеиваются и прискорбные наши помыслы, и кроме всего этого ты приобретешь все блага и здешние, и небесные. Верный пример этого в Иове, в апостолах, которые, презрев для Бога здешние бедствия, получили вечные блага. Будем же покорными и станем радоваться всему случающемуся и благодарить человеколюбивого Бога, чтобы нам и настоящую жизнь провести благополучно и сподобиться будущих благ. Аминь. Аминь.